Всем привет! Сегодня мы с вами будем смотреть пушистиков. Вот те, кто закрыты, значит, они агрессивные, и их нельзя трогать. А те, кто не закрыты, тех нужно трогать. Хотя всех потрогать. Бедолага, он скользит по этой штуке. У него-то даже ничего такого нет. Хоть бы каких-нибудь опилочек положили. Хотя смотреть, конечно, интересно. А это не агрессивная мама кролик? Это, наверное, нет. Их погладить можно. А я могу спросить? Трусишки. Вон они, смотри. Оп, так выглядывает. Мне кажется, ты любил кролик, мама. Ну, вообще говоря, да. Впечатление, что тут одни кролики. О, блин, смотрите, это павлина. Сейчас дойдем и до павлина. А вон там морские свинки. Вон там, только она такая лысенькая. Есть же такая порода, где лысенькие свинки. Сидят, носами дергают. Почему так одни зайцы почти что? Не знаю. Так, а этот кто такой? Тоже зайка? Ну, то есть кролик, конечно, не зайка. Так, а это наши любимые друзья, морские свинки. Это шиншиллы. Это там шиншиллы, да. Но вот у нас таких нет лысеньких, наши мохнатенькие. А эти прям как бегемотики маленькие. Осторожно. Они же такие есть пугливые. Вон они. На бегемотиков похожи. Мне напоминают очень сильно. Вот они живут дружно. А те, кто открыт, можно этим гладить, да? Можно, можно. Да. А ты уже знаешь? Да, написано же там, можно гладить. Это шиншилочки. Сбились тут кучкой, все сидят. И еще кролики. Это дикобраз тут. Ух ты. Дикобразик. Вот. Моет мордочку. Как он живет с этим украшением, я не представляю. А это павлин. Не бойся. Ох, красавица, хвост-то какой. Ох ты. Я никогда не видела павлинов, так чтобы они прям ходили рядом со мной. Давайте его хвостик близко посмотрим. Побежал. Да, он придет. Это какие-то, я не знаю, это фазан, что ли, называется, или кто? Ох! Красавцы, все красавцы. Ага, пришел. Пришел, пришел. Ну, тут так аккуратненько, все чисто, не бахнет совсем. Там еще есть енот, но он спит и не желает с нами общаться. О, вот это хвост. Что, не знаю, он его сегодня покажет нам или нет по всей красе. Вот енотик спит. Инна несказанно счастлива, потому что она обожает пушистиков. Ну, так у них особенность такая, у них пигмента нет в глазах, видимо. И видно глазное дно. Ну, куда ты же упадешь? Ну, ты же упадешь. Ну, если он будет так лезть, то куда-нибудь свалится. Ухи такие у них. О, какие ушки.
Такие ушки. А их можно погладить? Можно. Только они трусы такие. Трусы? Конечно. Они одинаковые. Там морковка продается, чтобы их кормить. А я могу? Но стакан морковки по цене 3 килограмм, это несерьезно. Этот позанила пустые. Как же к тебе дотронуться? Я просто боюсь. Ой, там еще. А это кто такие? Как-то я пробежала, их не заметила. Крысы, это не крысы. Что-то я даже трудно сказать, тут, может, там песчанки какие-нибудь. Так, ну ладно, мы пошли гладить. Yeah.